Игорь Барабаш поливает отравой. Возьми у меня велосипед. Прошел мимо, даже не мигнул. Ох, эгоист же ты это, Виталий. Ты видишь, меня комар заедает. Хочу что-то снять. Там остановишься. Аж какая дорожка прямая. Что он тут поливает? Это гречка у него. Интересно как. Трава выборочно погибает, а гречка остается. Никита, на. У меня руки трясутся. Брось все на пол. Поснимай его. Мы идем тут. Ну покажи, гречка растет. Но мне тут прошлогодняя то ли пшеница, то ли еще. И он сейчас вот это, которое с кустиками, шляпкой этой. Сорви хотя бы одну или покажи. Вот. Это гречка, каша гречневая. Вон он где поехал, видите, какое поле он. И там какие-то кустарники, вдруг все за день поблекнет, повесит, а гречиха одна растет. Вообще, тут, похоже, пшеница насеяна была. Пшеница и по пшенице гречка. Такое у меня впечатление. Еще рот ты все равно развиваешься. Зачем ты? Зубы показываешь. Не надо это делать. Так. Все, я взял. Ну, остальное возьмете, вы распределите. Давай. Вон он, где повернул. Иди. Это селосная яма бывшая. Наши были. Это поле его. Покажи железную дорогу. До железной дороги, видать. Вон она где. Мне кажется, так. Рядом, напрямую тут. Километра два от Потеряевки до железной дороги по перпендикуляру. Барнаул Кулунда. А это Белеется, это свалку тут сделали на траншеях бывшей селосной. Он может сейчас повернуть только туда уже, если он все уже сделал. Видно, как у него там идет, видишь? Он же сам отравляется. Болеет после этого. Не знаю, у него респиратора нет или еще противогаз должен быть. Это бочка, и он ее рассеивает. Вон он пошел. Если он повернет с железной дороги, значит, это его поле дальше. Все, поворачивается. Слава Богу. Смотри, коршунь какой летит. Видать? Два. Да, ко мне пилу двуручную занесет. Она где была, брат? У меня или там? У вас. С утра? Да, где была? Знаете, тихо ночью была. Откуда пилу брали? Ваша пила, вас? Ваша. А от меня? С утра, да. С утра. Ко мне-то занесите на крыльцо. Ну ладно, все, пошли. Да, поблагодарим Бога. Господи, слава тебе. Ты благословил наш труд. Все устрой, как воле твоей угодно. Ибо воистину ничем не занятая душа — хорошая кузница сатаны. Ты даешь нам труд, в поте лица есть хлеб свой. Это милость твоя, Господи. Земля, поглотившая кровь, проклята, но ты даешь ей благословение, и это дивно. Ты поступаешь как бы вопреки своему слову. Господи, какая тайна вокруг нас. И в этой тайне мы жили, и как мало мы всего поняли. Приготовь встречи с тобою. Благодарю тебя, Господи, за это место, где ты позволил провести детство и юность, видеть красоту этого неба, земли. Люди не знали тебя, и ни одного человека нет уже. И ты дал новых поселенцев, которые веруют в тебя, которые желают служить тебе. Благослови нас, Владыка. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, давай.